И еще одно пожелание сегодняшним выступающим. Хорошо, что народу в зале постепенно прибавляется, потому что самое важное для любого исполнителя — это обратная связь, и скорее ее качество, чем количество. И стихотворение будет об этом. Человек нуждается только в обратной связи. Называй как хочешь. Взаимность, фидбэк, отдача. Без нее он как будто вышит арабской вязью и ничего особенного не значит. Если к нему получше не приглядеться и начать различать сплетение черт и знаков. Без обратной связи мы можем жить только в детстве. Как ни крути, каждый не одинаков. Куда подевались бессонные разговоры, переписки, от которых не оторваться? Их и вас, как будто украли воры, на себя надели тощие оборванцы. Все, чего я хочу, это больше обратной связи. Без нее я, как замыкание коротка, вместо леса рук поле из жидкой грязи, не поднимается ни одна рука. Я еще горю, я высушу это поле, и на нем лесополоса вновь раздастся вширь. Хуже, чем крест на кладбище, только нолик. И если ты это читаешь, то напиши. Напиши, что с тобой все в порядке, где бы ты ни был. Напиши мне что-нибудь прямо здесь и сейчас. Моя вечная цифра ноль обратится нимбом, который сумеет зажечь миллионы глаз. Спасибо!